Представления о красоте у женщин и у мужчин нередко отличаются, притом довольно сильно. И в то время, как ты восхищаешься красотой той или иной звезды, твой друг может считать ее не особо привлекательной или даже страшненькой. Итак, в нашем списке невероятно популярные, умеющие следить за собой стройные и обладающие многочисленными наградами в сфере киноиндустрии, но при этом некрасивые, по мнению некоторых мужчин. Вупи никогда не смогла бы получить роль красотки в каком-нибудь голливудском фильме. Но справедливости ради стоит отметить то, что актерские способности и талант слишком велики, чтобы играть симпатичных пустышек. Это подтверждает многочисленные награды как в области кино, так и в музыкальной сфере. Тильда Суинтон. Нестандартная внешность Тильды позволяет ей играть необычные роли, которые не могли бы ей достаться в том случае, если бы она была обладательницей среднестатистического лица. Яркие и запоминающиеся. Именно так можно охарактеризовать кинороли Суинтон. Хилари Суонг. Слишком грубые черты лица вскупе с массивной челюстью не смогли помешать Хилари стать обладательницей премии «Оскар». Как шутит сама Суонг, награды ей достались за роли, в которых она меньше всего похожа на женщину. И актриса права. Оскары ей достались за роли транссексуала и женщины-боксера. Ума Турман. Слишком высокая, слишком большой размер ноги, слишком длинный нос. Во внешности Умы Турман очень много слишком. Однако это не помешало ей стать музой Квентина Тарантино и запасть в сердца тысячам мужчин по всей планете. Барбара Стрейзенд, обладательницу премии «Оскар», сложно назвать красавицей. Но несмотря на эту невзрачную внешность, она сумела стать одной из самых популярных голливудских актрис, доказав всем, что смазливая мордашка не самый главный атрибут для профессии. Сара Джессика Паркер. Сама Сара признается, что всю жизнь комплексует по поводу внешности. Однако нетипичная красота не помешала Паркер стать иконой стиля и долгие годы сниматься в одном из самых популярных голливудских сериалов. Еще больше всего интересного из мира кино и знаменитостей ты найдешь, если подпишешься на канал. А за лайк и репост тебе отдельное спасибо. Пока.